Тион. И можно ли говорить о конкретных сроках подписания договора? Спасибо. Как и договорились президенты, переговоры возобновятся. Мы рассчитываем, что это произойдет где-то во второй половине января. Переговорные команды сейчас проводят домашнюю работу, потому что документ такого объема и такой важности должен быть юридически и даже чисто редакционно считан, чтобы не было разночтений в английском и русском текстах. Так что работа идет, и как только она будет завершена, так мы объявим о сроках подписания. Стали яркими событиями в наших отношениях, предпринимаются. Испанское председательство, что намерено сделать для того, чтобы снять это? Sobre Ossetia del Sur y Abjasia, ya saben que es quizá de los pocos puntos en que no coincidimos a nivel español y a nivel ruso. Nosotros mantenemos en todo momento, respetamos las decisiones que se toman, pero defendemos el principio de integridad territorial en todas las ocasiones, y así se hemos dicho, pero creo que hay una voluntad de trabajar y de encontrar un clima de colaboración y de avanzar en las conversaciones de Ginebra en materia de con Georgia, y eso es lo que vamos a impulsar políticamente con nuestros amigos rusos. Последнем саммите России и Евросоюза в Стокгольме, отказ России от энергохартии, по сути, наше неучастие в договоре к энергохартии, он не мешает переговорам над новым базовым соглашением. Точно так же, как ситуация в Абхазии и Южной Осетии не мешает этому процессу. Спасибо.